Даник, ну вот что ты за человек такой, а? Тебе бы только смеяться. Нет, ну правда, прикольно. Я в интернете наткнулся на один сервис, называется Коуп. Это просто очень смешно. Что же там такого смешного? Ну, там берется 10 секунд видео, закольцовывается и накладывается музыка. Ну и вот смотри, что получается. Слушай, да, действительно, прикольно. Вот, а ты говоришь. Ну, я согласна. В нашей программе есть место и для смеха, но есть и полезные моменты. И все самое интересное и полезное в рубрике «Найдено в сети». Это Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Она насчитывает более 1 миллиарда пользователей и не собирается на этом останавливаться. Facebook не только работает над новыми фишками внутри своего сервиса, но и скупает сторонние приложения и стартапы. А это Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook и самый молодой миллиардер мира. Каждый, кто начинает в интернете свое дело, а особенно те, кто запускает свой собственный стартап, втайне ждут одного единственного звонка. И Цукерберг позвонит. Именно так называется сайт, расположенный по адресу siliconsrus.com. Все, что вы хотели знать о стартапах, но стеснялись спросить, с чего начать, как определиться с идеей, где набрать команду, как мотивировать людей, секреты успеха уже состоявшихся бизнесменов, маленькие технические хитрости, обзоры интернет-новинок и развивающихся стартапов – все это здесь, в удобной для восприятия форме, разделенной по разделам и приправленной стильным дизайном. В разделе «Ивенты» – репортажи самых крупных IT-мероприятий, неформально, доступно, а главное – оперативно. Серьезные и не очень, но обязательно актуальные аналитические статьи поселились в разделе «Скандалы». Всем, кто работает или только собирается работать в сфере продвижения в социальных сетях, будет полезно почитать о том, что вообще такое SMM, с чем его едят и почему коты и кошки захватили интернет. Учитесь, действуйте и помните, Цукерберг позвонит именно вам. Защищать природу – жизненная необходимость, и делать это гораздо проще всем вместе. Именно поэтому сайт таджикского молодежного экологического центра ecocenter.tg объединяет молодежь республики. Кроме исследований и документов, касающихся охраны природы, на сайте можно найти контакты должностных лиц, курирующих вопросы защиты климата. Также можно ознакомиться с петициями и обращениями, инициированными пользователями сайта. Каждый может внести свой вклад в спасение экологии. В отличие от большинства подобных центров, здесь не требуется вложение денег, а в спасении природы люди участвуют лично. В фотогалерее сайта выложены фото с прошедших экологических акций, субботников, а также фото теплиц, построенных своими руками. Кроме того, оперативно обновляются новости о готовящихся акциях и принятых законопроектах в сфере защиты окружающей среды в Таджикистане. Вы давно хотели создать свою собственную игру, но не знали, с чего начать? Начните с сайта gamedev.ru. Все необходимые для начинающих материалы, статьи по разработке игр, игровые термины, подсказки профессионалов. Ну и, конечно же, для самых талантливых и настойчивых – форум разработчиков игр. В разделе «Качалка» можно не только посмотреть и скачать работы других создателей, но и поделиться своими, а также почерпнуть новые идеи. На данный момент на сайте почти 60 тысяч активных пользователей. Так что вперед, разработчики игр! Ну а если вы не уверены, что сможете в одиночку создать игру, в разделе «Вакансии» всегда можно найти работу в уже существующем проекте или набрать команду для своей гениальной идеи. Вся жизнь – игра, и создать ее можно на gamedev.ru. Корпорация фотомонстров. Только не надо пугаться, этот ресурс просто пронизан эстетикой. Здесь мастера своего дела делятся опытом с новичками и сами узнают что-то новое. Основы фотографии, советы и правила студийной и натурной фотосъемки, как правильно работать с моделью и фоторедакторами – все это на сайте photomonster.ru. Хотите проверить свои силы в фотографии и научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, но пока не можете его себе позволить? Специально для вас на сайте есть симулятор зеркальной камеры. Смотрите, экспериментируйте.
тестируйте, учитесь и получайте удовольствие совершенно бесплатно. Кроме статей, инструкций и рекомендаций, на ресурсе присутствуют и видеоуроки от мастеров своего дела. При наличии усидчивости и желания делать удивительные вещи, вы сможете стать не только фотографом, но и вполне неплохим дизайнером. Но как теория без практики, так и практика без теории стоит немного. Задавайте свои вопросы, получайте на них ответы, прислушивайтесь к профессионалам, но все равно творите сами с сайтом photomonster.ru. Если вы тоже знаете интересный сайт, вы можете поделиться им с нами. Отправьте ссылку нам на почту matrix@internews.kz.